Всем здорово! Покажу вам в этом видео, как отбиваться от атаки дельт противника. Дельта — это морская единица первого уровня верфи у конфедерации. Она умеет плавать и она умеет вот под таким подъемом подниматься на берег и стрелять со своей пушки. Ну, пушка у нее примерно как у броненосца. Тоже может стрелять по вертолетам, по пехоте и по технике. Получается, что это такая универсальная единица у конфедерации есть. Она медленная, контейнер собирает по морю плохо, но зато неплохо так может вылезти с какого-нибудь вот этого места, уничтожить центр снабжения и опять отступить. Помню, играл с Гакило, он любил так делать. Вот, и здесь вы увидите в этом бою, как отбиваться от этих дельт в случае, если вы не построили морскую установку, как я. Если вы построили, то это намного проще все. Дельта не успевает подплыть даже к морской установке, как уже идет на дно. Противник попался более нормальный. Контейнеры собирает хотя бы, то некоторые даже ящики не собирают, просто рашит пехами. Вот ставлю тут морскую, нет, не морскую, верфь ставлю, производить кайманов, собирать ящики по морю. Пригодятся нам лишние ресурсы. Я играю, тут уже заранее апнул казарму до второго уровня. Ну, у меня морской установки нету, я понимаю, что противник может рашить меня дельтами, поэтому решил сделать пару гранатометчиков, чтобы затормозить атаку. Вот, тут разведка была, управляю стрелкам, везде он бегает, смотрит мою базу. Вот, и здесь у противника появились дельты. У меня два каймана, у него уже две дельты на середине карты. Ну, может, он использовал буст синей стройки. Хотя сомневаюсь, честно говоря, уже три дельты. У меня только два каймана, или сколько, или три каймана. Я думаю, он использовал буст на золотое производство, чтобы зарашить меня дельтами. В принципе, это нормально. Ладно, здесь я отказываюсь от производства каймана, потому что он все равно умрет. И готовлю вот этот броненосцы, гранатометчики и все. Противника есть дельта, но зарашить у меня не может, потому что его тут ждут уже. А я тем временем выхожу в третий уровень штаба и выхожу в кречты. Противник производил большое количество дельт. То есть как вообще получается? Чтобы пробить базу противника, надо или численное превосходство, или тактика. Он решил использовать тактику. Потратил на нее много ресурсов, но моей базе он урона вообще никакого не смог нанести. И в итоге у него эти дельты там плавают, а сделать ничего не могут. Поэтому он сейчас в большом минусе, а я в плюсе. Плюс эти надо использовать, чтобы быстро сломить противника своего. Здесь я начал минировать территорию, потому что видел, разведка мне показывала, что у него там бегают штурмовики, гранатометчики. Собирается он мою базу зажимать тиски по морю дельтами и пехотой с двух сторон. Вот, я готов к любому раскладу. Произвожу авиацию. Сейчас я вот жду его атаку финальную. На втором уровне штаба должна появиться. Вот у меня появляется дельта. Пытается у меня уничтожить центр снабжения. Но у меня сейчас взлетит кречет. И начинает атаковать эти самые дельты. Урон наношу по самым жирным единицам. Смысл, к примеру, на эту дельту, которой нет почти хп, отправлять атаку, чтобы он ракетами ударил по ней. Если можно ударить ракетами по другой цели, а пулеметом добить еле живую. Ну, зачастую так получается. Вот. И в итоге он понимает, что у него здесь ничего не получается. У него тут, у меня тут были мины в два ряда. Он не смог добежать. Умер на первых же. Здесь у него пехота отступила, так понимаю. В общем, у него атака провалилась. Я чисто тактически его выиграл. Он потратил слишком много ресурсов на дельты, пехоту, а толку от них вообще ноль было. Сейчас я собираюсь атаковать противника по земле, тем самым временем еще атакую его базу, уничтожая пехоту всю, чтобы она не мешала моей основной армии добивать его базу. Он вот поставил ПВО, но вот к атаке броненосцев он был не готов, в итоге он сдался. Так надо использовать эти моменты тактические. Все. Если противник собирается вас атаковать чем-то, например, раш стрелками, он не ставит центр снабжения, то есть у него весь упор идет на то, что или он зарашит, или, скорее всего, проиграет. Он может выиграть в случае, если
обороняющийся игрок отобьется, но немного затупит, там, даст ему время на развитие. А если не давать этого времени, то, по идее, победа должна быть ваша. Ладно, благодарю всех за просмотр. Ссылочка на игру в описании. Всем удачи.